Так. Это нужно, где эти закорючки? В стрелочке? Справа от стрелочки. Ага. Открывайся. Так. Каракули, да, нужно писать? Так. Ариадна, Даша, согласна? Да. В списке негатур есть такая? Надо посмотреть. Откройте, гляньте. Скачаем. Да, такая точно. Бра. Хорошо. То есть, Сергей, видите, что здесь есть наклон. А мна наклона нет. Наклон чего? Наклон. То ты косой Да. черты? Да. То есть тут вопрос не в Ну. том, есть ли кончик или нет кончика. Вы же мне сослались на кончик. Ну, там точечка в конце. Ну хорошо, точечка. Но Такая вот. дело же не в точечке, Сергей. А где там? Там угол наклона, вы хотите сказать, другой? Разумеется, там прямая, а тут... Нет, а вы знаете, вот в списке лигатур, вот которые тремя цветами, там все мна идут, вернее, две из трех идут тоже с наклоном. И только одна прямая, красненькая. Ну хорошо. Тут важно получается и то, и другое. Это стилистические вариации. Все-таки для нас в рукописном варианте исходная позиция наклон. Наклон у мра и отсутствие наклона у на. Вот хотите сказать, вот так должно писаться? Так? Ну да, это у нас на. У меня в электронном версии вот такой первый вариант. Ладно, дальше. Натха, спа, сна, стха, вья, хья, хма, бья, джбга, Так еще раз, пожалуйста. джна, Еще раз, пожалуйста. После, чья, после, чма, постойте, постойте. После бхи, после, ой, после бхи. бья, хья, точнее, не хья, хма, ой, ну да, бья. Бья? Разве бья? Ну, у меня сейчас нарисую вариант такой. А, б. И потом вот такой вариант у меня. Такой же, как у меня. Только ноги там нет. У Ну, первого. вот здесь черты. Ну, это же бх, бх, Это... бха. А вы же сказали бья, а не бхья. А, ну я хэнера проглотил. Бхья, Вы проглотили хэ. джбга, джна. Так, постойте. Какой джи? Откуда джи? Гбга, ГБХ. гбга, гна, гдга, гга, нет, ну да, гга, гда. Дга, штха,
Хва, года. Стойте, постойте, откуда там штх? Там штх во втором, откуда? Ну тут завернутая до конца в штх, ну тх, тха, которая. Первая. Нет. Ша, потом. Там первая тха, а вторая. Ш... Первая штха, а вторая. Вторая штхва. Там нету х. Откуда вы берете там придыхание? Ну, у меня до конца довернутая тха эта буква. У меня ш, тх и ва. Сергей, когда у вас будет книга? Книга у меня есть, но она не со мной. Ну, это нехорошо, видите, это порождает разные проблемы. Могу нарисовать. Ну, рисуйте, но вообще-то я бы хотел, чтобы книга сопровождала вас, где бы вы ни были. Хорошо. На эти файлы, видите, нельзя особо положиться, потому что... Понятно, там не полностью... Там так написано? Там вот так, да. О боже. Но это... Ну, вот тут до конца нарисовано. Это порнография. В общем, суть в том, что там один с придыханием, а другой без придыхания. Так вот, как раз вот сва там без придыхания. Б. Бда. Так. Ш. Это я не знаю, надо смотреть. Смотрите. Так, это было у нас вверху. Интересный вариант. Г-на. Открыл скан, и я действительно вижу, что там ошибка, Сергей, да, вы правильно все прочитали, ну, там просто неправильно написано. Гна, получается, это. Тут я логики вообще не вижу. Насчет тма я с вами не согласен. В скане четко написано алма. Там видно, что там половинка л, а не половинка т взята. Поэтому насчет тма я с вами не согласен. В файле четко прописано. А насчет штва, штхва, там фигня написана, согласен. Так. А насчет что не согласны? Насчет тма. В последнем стихе там такого нет. Там видно четко. Лья, лма. Вышел. А, это Л. Это там Л, я понял, лма. Да. Ну, а Сергей, дело в том, что вы же правильно читали в лья, поэтому вы же правильно распознали. Тут же не стоит рядом, поэтому, в принципе, здесь задача не сверхсложная. Так, ну здесь дальше гна, гня, точнее. Джя, ой, чья. Дыхна. Еще раз, после бда что идет? Ну, вверху у меня нарисовано, что это... Вверху или не внизу, Сергей? После бда идет что? Дже и ня. Ну так джня. 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 Чья. Дыхна. Свья. Свья. Так, это не С. Это Р разве? Вы еще скажите равья. Не-не-не. Я уже хотел вас похвалить, сказать, что так здорово разобрали все лигатуры. Извините, а у меня можно вопрос к предыдущей лигатуре? Да. Потому что Сергей прочитал Д, а там нас. Ну, мне кажется, что это ГХ. Да. Сергей может что-то сказать по этому поводу? Да, я ошибся. Это ГХ. Там черточка вверху полностью. Да. А ДХ нету черточки подобной полностью.
прерывается. Я рад, что Даша слушает хотя бы, что читает Сергей. Уже приятно. И предыдущие, просто которые ниже строчкой, там было ну, наоборот сказали. Ну да. ДХС перепутано было. Поняли где, Сергей? Да, да, ну, ДХ. Ниджи. ГДХ. ГДХ, все, я вижу. Внизу в самом. Ну, ну, а здесь вот первое Сергей, слово. Давайте так, рассуждать вот методом так, исключения. Ну, какие ну, три... Похоже на Р. Рвья. Значит, но она не пишется так. Она не пишется так, и именно. Значит, Р и В вместе не пишется так. Следовательно, отметаем. Поехали дальше. С тоже. С тоже не подходит. Какое еще похожее есть? Кхья. Кхья. Похоже? Все, похоже. Кхья. Похоже. Тхья. Тья. Тмья. Сма. Сма? У меня М. Нет, ерунда. Я смотрю как раз ваш файл, и там не... Там, конечно, М, но там не С. А, Шма. Шма? Не шма, а щ. Нет, ну не суть. Сма? Нет. Так, сейчас я тогда посмотрю вверху. Это закорючки вот эти меня смущают. Сейчас. Приехали. Помощь друга. А, нет. Это К какой? И... Это К и Ш. Сейчас я посмотрю. К и Ш. Кшна, не, кшма. Кшма. Также кшна, 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 кша и ква. Да. Называется, хотел похвалить. Простите, подвел. Подвели. Ну, так. А как часто эти лигатуры? Встречается. Да, вот именно тройные, там, которые вот вообще я логики не могу понять, как они там составляются. Там вот тут как это кша, я вот вообще не пойму, как она составляется. Ну, всякие кши часто встречаются. У меня есть статистика частотности, но я не уверен, что вы хотите изучать ее. Это отдельная еще тема. Я эту тему достаточно подробно изучал. Какие лигатуры где встречаются, мне подсчитано, сколько раз где, но... А можно список, ну, чтобы учить, их же надо наизусть, ну, как бы степень приоритетности... Нет, ну, для вас, вам же нужно учить только то, что вам тяжело дается. Ну, и сколько таких? Я просто посмотрел на весь список, ну, написал 50, а их там 800. Сколько их там? 100, 200, которые... Сколько, ну, тяжело дается? Сколько непонятна логика составления. Ну, 50 или 100. 50-100, ну, это еще можно выучить, я думаю. Те, которые сложны, они действительно сложны, и вы будете постоянно путать. Пока не выучите. Поэтому частотность вам не сильно поможет, потому что вот для вас сложно кшма, а для меня кшма трудности не представляет. Для меня трудности представляют разные... лигатуры, которая начинается на букву Д. Д. Потому что они меняются до неузнаваемости. Церебральные, которые? Нет, обычная. Обычная. Да, там список веселый.
Но нужно тогда как-то их где-то в тексте встречать, потому что их так трудно будет как-то распознать. А, то есть вы по отдельности вы их не будете распознавать, а в тексте прям будете вот прям вообще, они будут щелкать у вас, да? Да нет, конечно, просто. Я вам хорошо дам в тексте, не вопрос. Я не уверен, что это вы хотите. Я не уверен. Метод Веры Александровны как раз заключается в щадящем вводном режиме. Потому что то, как обучает Бюллер, это сразу серпом по... Понятно. Вот. Переводили ли в пятое упражнение? Пятое. Да. Переводили. И вот здесь как раз у меня вопрос по лигатурам. Не переводили? По этим шипящим. Ну вы же сказали половину там лигатур. Вы нам не говорили задание это делать. Что? Ну, я даже... Я сказал, что делайте все, что можете. А вы можете все на самом деле, потому что у вас тут нету препятствий. Ну, здрасте. Вы что, только вот лигатуры прочитали? Нет, ну я до четвертого сделал все. До четвертого? Четвертого не делали? Четвертое делал, я написал все это Деванагари. Получается, пятое не делали? Пятое только я не делал. Ну а как тогда быть, потому что если сейчас... Давайте я включусь. В смысле? Я к чему? Ну, если сейчас Даша зачитает, то вы не будете мучиться, это неправильно. Давайте я буду мучиться, а потом Даша зачитает. Ну давайте сейчас помучайтесь, да. Ну хотя быстро вряд ли получится. Читает? Ну, читать-то читать, а перевести-то вы не сможете. Ну, читайте. Да. Ну почему? Он же четвертый урок, четвертое задание, значит, сможет. Да, это же он... Когда? Вчера, например, он уже забыл уже все. Оси мна... Дра... Ш... Ой, еще и э здесь. Де... Дре... Шу... Оси... Оси... Мна... Дре... Шу... Вот как-то так. Ма... Махатма. Махатма. Раджа. Бара. Ма. Дха. Мик. Мрик. Мрика. Еще раз все. Мрик. Мрик. Еще раз. Сначала. Да. Оси мна дрешу. Маха. Махатма раджа. Парама. Дха мрик. Еще раз последнее слово. Парама дха мрик. Еще раз последнее слово. Парама. Ну здесь дха длинная, вот здесь дха вот. Дха длинная. Ну, в смысле, с длинной А, а потом а. Вот, а потом ми коротко, ну вот ми R, короткая. А и R перед М. Перед мри M? Получается. Ну, оно над М у меня стоит. Оно над М у меня стоит. Только оно к чему, оно ми... к чему относится? Оно разве перед Эмом относится? А перед чем оно? Не знаю, открывайте. Я вам шпалку давал, да. Открывайте. Параматма... Не, параматха...
Так, шпаргалка, сейчас я посмотрю. Так, рука. Перед согласными. Написано перед согласными, перед той согласной, которую... Ну, я в словах еще не знаю, как это прям, куда это вставлять. Ну, а посмотрите на слова, которые даны к уроку. Так. Сейчас посмотрим. Харми. А, не мри, а мрми. Тут я их перепутал. Ках. Харми ках. Хорошо. Дальше. А вот это вот хэ последнее, оно разве читается? Да, оно читается. Да. Оно просто более слабое, чем полноценное хэ. Оно читается, конечно. Оно как при... Как... Придыхание. Парадхармиках. Ках. Не так прям. Ках. Uh-huh. А парадхармиках. Дальше читать? Да. А, си, чи, чха, вла, нет. Вле, шу. Асичхавлешу. Хавлешу? Прямо на иврит похоже. Чавлешу. Чавлешу. Ну там чха идет. Длинная. Чха длинная, потом Л, потом В, И, Э, буква. Чавлешу. Шу, а не ши, чхавлешу. Вы прям, однако, настойчивый. Так, где ошибся? Не знаю. Чичха влешу, или вы... Флеш. Вле, в, и, влеш... Вэш... Вы эту же лигатуру разбирали? Ну, вле... Вле это... Вле? Почему вле? Вле же здесь у нас идет такая... Почему вле? Потом вот так. Вы читаете справа налево? В? Сергей, мы разбираем лигатуры или слева направо, или сверху вниз. Никогда не справа налево. В получается. Так. Без варианта. Лвешу. Асид чхал вешу. Д. Дха ма. Хама. О. А это что за пер?
Дхарма. 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 Дхарматма. Дхарматма. Так, вот это сия или не сия? Сейчас посмотрим. А, это кша мы же разбирали. Короткая память у меня. Кша. Сейчас. Вопрос не в памяти, не хватает тренировки. Кша. Кшатрая. Кшатра. Кшатра. Кшатрая. Даша, согласна? Даже так. Кшатрия. Кшатри, а, ну да, сказывать и кшатрия. Не обязательно. Главное, что вы не согласны. Кшатриях. Кшатриях. Рпатхи. Ви. Пи. Не, ви. Нет. Рпатхи. Ви-па-ти. Рпатхи ви-па-ти. Прикольно, но мимо. Мимо? Двойка, садитесь. Р же в начале идет. Нет. Перед па. Тема с эрами у вас на уровне двойки. Будете писать пока... До потери пульса, я понял, наш лозунг. Если Р стоит под, то она произносится в какой момент? Перед. Перед. Открываем шпору. На лбу напишу вам. Сейчас откроем. А вы даже говорите перевод на ходу. Перевод? Нет, я шучу, я... Не, нет. Первого? Я да, шучу. После, простите, после. Перевода после, быть не после. Может, потому... Пратхи. Пратхи? Пратхи. А, нет, пр-тхи. Видите, как вам? Вам пока не нашепчут на ухо? Пратхи. Ва-пи-ти. Пратхи вапити. Вы видите, как я выразительно сейчас делаю? На лбу я вижу. Все. Нет. Неправильно. Вратхи. Ой, пратхи. Ва. Пи, ой, не извиняюсь, сейчас вартхи, ви, па, нет, ви, вартхи, ви, па, ти. Так. Еще раз. Вартхи ви па ти. А теперь еще раз всю строчку. А си ч ч х в в лигатуры брт нет. А си ч ч х лвешу.
Что? Ой, тма. Еще раз сначала. Дхарматма. Асичха влешут харматма. Я вам сейчас ставлю. Лвешу. Асид чичхал лвешу харматма. Еще скажите кшатрая сейчас. Кшатрия. Кшатрия. Вр... Вхи... Ва... Ви... Пати. Тхирва... Ви... Пока пати. Правильно эту строчку не зачитайте, не разойдемся. Сначала? Да мы не пойдем. Сейчас сосредоточусь. А почему? Можно я... Хочется попросить? С вопросом. Даш. Помогать. Мне хочется спросить. Нет, пока... Но ну, если вы спросите, я боюсь, он догадается, что не так. Какая ну, хоть ладно, я могу... не так, что не так? Не какое знаю, слово? Читайте еще раз. Асичичха лвешу дхарматма кшатрия в Вртхи ви па еще раз. Вы же хотели узнавать ягатуры в связанном тексте. Аси чичха в Лве шу. Правильно? Не знаю. Возможно. Ну, как мне догадаться? Я уже пятый раз да одну эту читаю. Сергей, как... первый сто не в счет. Да? Дхарматма, кшатрия. Ты просто более внимательно смотрите. Перепиливайте через... Я понял. Не В, а П. Уже хорошо. Не В, а П. Уже хорошая отправная точка. Пратхи. Пратхи. Ви. Па. А теперь еще раз всю строчку. Аси. Чич. Ха. Влэшу. Влэшу. Лвешу дхарматма кшатри асичхи в чичха асичха влэшу лвешу асичха лвешу дхарматма кшатрия пратхи випатих. Дело в том, что даже ты не можешь огласить вот, перевод. Вот я совсем не поняла. Что-что? Я не поняла тогда, почему все-таки асич чхал вешал. А потому что у нас санхи такое здесь. То есть у нас ше переходит в чха, да? В чха. У нас же тема, мы же не успели. Я же просил вас прочитать пятый пункт, но мы еще не успели. А, ше переходит, да, в чха переходит. Да, я почему-то конечный отследила, угу. Что он переходит в конце, а в начале слова не поняла. Да, получается, да, видите, все, теперь поняла. Уподобление, оно бывает двух видов. Оно бывает полное, а бывает неполное. Полное – это когда меняется и тот, и другой, а неполное – когда меняется только один. Понятно? Хорошо. То есть вот эта лекатура – это да. Чичха. Да. Да? Это результат. Вот странный. Это результат. Мы сам. Ее... Мы в смысле, это два слова разных получается. Вот начиная с чха, это другое конечно. Слово.
Ну, это шальвы, которые превратились в чехарду. Конечно. Что Нет, нет, не превратилось рассказывай, это ша? пусть сам получается. Ша превратилось... Что А, да. продолжается? Что? Перевод сейчас оглашать не будем. Продолжается еще? А? Будет Нет, не говорить. будем говорить, потому что Сергей должен Если... сам помучиться. Я еще переводить Нет, буду? не сейчас. Это Сейчас. вместе мы тогда заночуем здесь. Нет. Моя задача была, чтобы вы научились читать сейчас. Прочитать, вы читаете средний, потому что вы путаетесь с эрами. Тема с эрами вас сбивает и сбивает сильно. О, даже не знаю, что делать. Но я пропишу Ага, ее будем два листа. вот эту шпору с эрами, которую я давал. Р перед, Р после. Вот вам надо повторять это. Вы путаетесь. Ну да. Ну, а это Р и Р, это оно же как-то по-разному еще Ну, произносится. р. Оно как в слове метр, метр, р, метр, р, метр. А R, как обычно, и согласная, ну так вот она есть пара, пара дхармиках, пара мадхармиках. Этот ми, он же это как целый слог, а этот R, он как бы, он переносится перед всем, всем, что указано в этом слоге. У нас же слоговая азбука. Поэтому базовая единица это слог. Поэтому переносится не перед М, а перед началом слога. Пропишу я с Да, эрами, ну потому значит что что, мы тогда ждем, когда завтра появится, например, Ариадна. у меня вот Конечно. можно я вопрос задам? У меня все время сложность. Я так и до сих пор не научилась различать, где у нас ше, а где ще. И как это на письме, то есть как оно, когда, где что, Транслитерации как или выглядит. Потому анагрии? что мы читаем и в транслитерации, и в деванагаре непонятно, что где. Потому что я не научилась понимать, где что стоит. Вот вы не могли бы мне тогда мою домашечку проверить? И там, если я неправильно написала, особенно Давайте я сейчас Вайшна, напишу. Вишну, я не поняла, где что пишется вообще. Я бегло посмотрел то, что Сергей прислал, и там вижу, что он поначалу с лигатурами писал их по отдельности, ну, скажем так, не соединял в нужных местах. Сергей, еще одно замечание. У, которое пишется под, оно, получается, должно быть под телом знака, а не посередине. Посередине оно находится только под К, потому что у К есть и слева от ноги, и справа от ноги элементы. Понятно? Под вертикальной Но чертой оно находится под получается. вертикальной Ай-ай. чертой у К, потому что у К имеет тело и слева, и справа от стержня. Понятно? А, например, какой-нибудь Понятно. там П, ПА, не имеет только слева. Поэтому и само У должно быть под телом этого П, но не под стержнем. Понятно? Понятно. Ну вот, смотрите, значит, Даш, пишу. Спасибо. Будьте здоровы. Будьте здоровы. В квадратных скобках пишу. Ага. Се седиль, которую же можно записать как С с ударением. Собственно, без вариантов. Хотя в лигатурах вы встретились с вариантами этого знака. Так понятно?
Чего? Доска зависла теперь у меня. Ждем. Вы написали уже Я значок написал все. Деванагари, да? И русскую транскрипцию, и латинскую транслитерацию, и Деванагари. Ой, зависло все. То есть вот в латинице это может быть либо, ну то есть два знака, да, эту букву передает. Ну два либо... стилистических варианта, да, просто в зависимости от того, книга современная или новая будет встречаться или вот первый в современных книгах, или вот второй в старых книгах. Потому что в какой-то момент, видимо, в учебнике Кочергиной, я там, видимо, и то встречается. Я понятно, окончательно так вот запуталась. Я и говорю, что в лигатурах встречается одна разновидность, Да. А по отдельности, когда пишется, другая. Да. Понятно? Да. Сергей, мысли понятно? Или у вас тут, в общем-то, вопросы? Ну, вот здесь ее легко перепутать. С чем же? Ну вот это последнее вы написали шва, шва, да. Правильно? Не ше, да. А ще, да? Ну понятно. Да. Ждем, пока Даша развиснет. Напишусь. Да, не судьба мне развиснуть, я чувствую. Ну если мы так будем сдаваться, товарищи. Ну у меня никак. Не развисает. У меня уже осталось 20 минут до ночи, когда я могу уже купить большой трафик себе дополнительный. Но это же еще 20 минут. Это же действительно не ночевать же здесь. Так, сейчас я напишу. Ой. А США проще. Это просто П, у которой перечеркнутая по диагонали... тело, и оно без вариантов. Оно не имеет вариантов. С ним все просто. Ну так это все-таки ше, да? И то есть получается у меня в голове они ровно наоборот встали. То есть, загрузилось я у вас, поняла, да? Что теперь. Поэтому... Да нет, я поняла так. Понятно. Без загрузки. Что я просто их перепутаю. Какая все-таки тогда будет буква в слове в имени Шива? Первая. Шива или Шива? То есть только... Первая. Понятно. Шива, то есть мягким получается. Да, поняла. Да. Ну, соответственно, у меня в домашнем задании, видимо, они все перепутаны. И если вам не трудно, вы не могли бы мне их подчеркнуть, чтобы я уже точно знала, где я там неправильно написала. То есть, по-хорошему, Шива надо записывать так или вот так. Я в скайпе написал. Ага, спасибо. Это англичане, не имея буквы, всегда будут писать Шиву как Шива. А мы можем на письме... придумать некоторую хитрость, некоторую условность. Конечно, так сложно произнести, но зато всегда можно четко из кириллицы получить правильный деванагари. Да, понятно. В четвертой книге, которая сейчас до конца года должна выйти, вот я, собственно, пишу Шива, как вот я указал в последней строчке. То есть так, как мало кто пишет. Чтобы... Ну, там дело в том, что там встречается по один или два раза еще с привычным написанием. И получается, я вроде тоже постарался там два убрать варианта. Привычное написание. Мог где-то пропустить, но постарался... Я в последнюю ночь еще вносил правки. То, что вы отметили очень хорошо, Даша, я вам благодарен. Я исправил еще много чего другого запустил
Есть такая программа Orfo. Я ей прогнал, еще там кое-что заметил. Ну хорошо, что вы посмотрели. То ведь обидно. Ну, хорошо, я Ну рада, да, пригодилось, пригодилось. это точно. Ну, в общем, когда у вас развеснет, настанет час истины. Я посмотрю. Вы не Хорошо, я стирайте, буду в чате. пожалуйста. Какие Да, я еще вопросы? посмотрю. Наш, Это есть еще буквально вопросы? скоро. Но пока все, пока все. Есть какие-то лигатуры, которые вы видите, что вы плохо узнаете? Конечно, есть их там. Тогда может, Вагон еще. скажем так, в PDF умеете отмечать, подчеркивать и прочее? Или у вас Нет, только научимся. ридер? В ридере нельзя отмечать. Отмечать можно только в Professional. Просто вы отметили бы, что вам сложно Не дается. знаю. Интересно. Я могу отметить и выслать Ну, через как сканер угодно, или через фото. как угодно. Да, что же самое к вам относится, что я бы хотел узнать, что вам сложно дается, какие не узнаете. Ну, хотя и знаете, что там я. Ну, вы знаете, когда есть список лигатур, Не, ну их ну хорошо. просто посмотрел в Как списке и все. И, собственно, я так какие и выполнял. требуют того, чтобы вы Да. смотрели список? Есть же это, которое вы узнаете сразу. Ну, А есть какие-то такие, которые смотрел, потому смотрите, что надо а было есть уточнить. такие, Сейчас которые не могу смотрите вспомнить список и все равно не какие. понимаете, как оно построено? Или нет? Таких у вас нет? Было такое же, да. А я, видимо, надо было обводить, конечно. Было такое Ну, пару все раз, равно, я да. думаю, такое еще будет. Не в последний раз. От того, что мы прошли тему лигатур, Ну это да. не значит, что мы прошли тему лигатур. Мы начали только, да, это Жизнь, как наверное, надо осваивать. это одна из тех тем, которая будет длиться еще не одно занятие. Ну и самое главное, чтобы у вас под рукой были всегда книги, распечатки, что-нибудь из этого. Чтобы вы не лазили в компьютер за лигатурами. Хорошо, распечатаем тогда все. Наклеим на двери. А у вас нет карточек каких-нибудь уже? Самим Или все самим все делать. делать? Судьба у вас такая, Угу. Сергей. Ну и не против, не ропщим. Нет, я подготовил список лигатур. Если что хотите, я могу его подготовить в другом формате, не в А4, а в каком-то другом, если вы хотите. Это не проблема, но. Будем сами искать, выписывать, вешать и учить. Другого пути нет. Из-за лигатур многие просто боятся учить санскрит. Они думают, что это китайская азбука, что это иероглиф. Ну, это не прикольные. Ничего сложного в лигатурах нет. Есть 20-50 штук сложных. Ну, так для этого есть, называется, справочник, куда можно посмотреть. Ну вот, то есть будем ждать тогда, пока проявится Ариадна. То, что я хотел от вас сейчас, я услышал. Значит, Сергей, с вас перевод, с вас прочитать пятый пункт, а когда проявится Ариадна, мы тогда его вместе проработаем. Понятно? Да. Ближайшие дни у меня весьма заняты, но если утром встанете, то не проблема. Ближайшее это Завтра, когда? послезавтра, послезавтра. В общем, понедельник, среда. Ну, завтра нет, мы не договоримся. А я готова Я тоже готов в любой любое утро. утро Главное, чтобы вставать мы и втроем слушать. встали, то есть вчетвером. Потому что Ариадна и так пострадавшая во всех отношениях. Если еще сейчас ущемлять, то она отвалится, и мы развалимся.
Ну давайте дождемся ее уже еще там. Поутру у меня тут тоже не, может быть, не получится, потому что я не от себя, от родителей, тут соседи, они 5 часов как-то неудобно мне идти. То есть вы сейчас, да, вы сейчас будете там все время, да? Ну до 30-го точно, до 31-го. До 30-го, наверное. Потом вернусь. Ну хорошо, то есть с переводом, Даша, у вас все получилось? Хорошо. Да, все нормально. Ну, в общем, просто если я случайно где-нибудь не отслежу, что вы там что-то договариваетесь, вы меня вписываете в любое утреннее занятие, я просто открою, главное, увижу, чтобы у вас был включен телефон. Все остальное просто не беда. Если что называется, я вам наберу. Но у меня беда-то в том, что у меня не всегда связь бывает. Вот сейчас морозы, связь есть. Но если вдруг случайно дождь, понятно, то связи может не быть. Тогда держите меня в курсе, какая у вас погода. Ну, вроде морозы обещают. Вроде зима все-таки к нам пришла. Да, даже в Краснодаре через неделю минус 8. Вот у нас уже. А сейчас плюс 11. А сейчас плюс 12. Ну, с Новым годом. С наступающим. С наступающим, да. Ну, а что минус 12? Ну что ж, тогда на связи. Значит, попытаемся догрызть 5-й урок в этом году. Но там уже будет зависеть от вас. Точнее, от вашей координации. То есть, ежели что, если сильно надо, то называется, любой из нас берет это дело в руки свои и набирает остальных и спрашивает, может, не может, там, вот. Хотя вот, например, Ариадна трубку не взяла, и тема. Ну, завтра спишемся. Да, хорошо. Да, хорошо. Да. Читайте, Сергей, читайте, начитывайте, пока будет возникать плавность. Вот даже вот то, что мы сейчас прочитывали, еще раз те же лигатуры, еще раз этот же текст. Старый текст. Читайте. Хорошо, хорошо. Ну все, спасибо. До свидания. Низкий поклон, спасибо большое.